Что было у Дага? Да ничего. У всех есть подружки, кроме меня. Но у него был друг. Зато у тебя есть я. Глянем, как эти парни убивают друг друга на льду. Отдохни, упырь! Что ты сказал? Да! Хочешь попробовать мне на вкус маленький грёбаный педик? Да! У тебя дар от бога, сынок. Что скажешь? Хочешь играть в хоккей? Он не умеет кататься на коньках. Да он просто дебил. Зато он умеет. Пошел ты. У тебя только одна задача. Ксавье Лефлейм. Он нахрен просто гениальный нападающий. Но кое в чем он не силен. Бэм. Классный удар, да? Короче, ты пасешь жопу нашей красотки. В самом жестком виде спорта. Рискнешь? Давай. Он новый защитник. Умри, вечный нахрен! Выглядит хреново. Я люблю хоккеистов. Драки. Бухалова. И все такое. Что насчет Лафлейма? Где он? Спасибо, что позвали. Перелом костей пениса. У него свидание. Почти. Может, мы, поцелуемся? Его последний матч. Рос, здоровяк, мать его, Риа. Он лучший. Любого уроет в два счета. Все знают, зачем я здесь. Давай, здоровяк! Меня зовут Даг Глэд. Рос, Риа. Хочешь меня, девочка? Это был грязный удар, Даг. Если когда-нибудь нам придется встретиться на льду, я убью тебя, Марвин. Даг вот-вот бросит перчатки и займется здоровяком Росом. Это нахрен просто исторический момент. Вышибала. Где мой чертов шлем? У нас здесь твоя мамочка и ее симпатичный ротик. Скажи привет. Я член команды. Какая женщина. Люблю тебя, мама.